Четверг, 25 февраля, состоялось совещание оргкомитета по подготовке к памятной дате 35-летия аварии на Чернобыльской атомной станции. В совещании приняли участие в онлайн-режиме представители государственного агентства зоны отчуждения АРС и ЧАЭС. Те, що ми бачимо серед основних ключових заходів, окрім, зрозуміло, культурно-мистецьких, спортивних, загальнодержавних, само собою, це Ніч пам'яті в Славутичі. І тут запрошення до наших партнерів вже було, і сподіваюся їх бачити. Це 26 квітня ми хочемо висадити алею Троянд в Славутичі і в Прип'яті спільно з Дазвом. В Славутичі ми готові синхронізувати свої дії по часу з вами, в залежності від того, які заходи будуть в зоні відчуження саме 26 квітня. Я розумію, що у вас будуть гості, у вас будуть ВІПи, можливо, вони долучаться ще й до цієї акції. Паралельно з цією акцією підсилити її ми пропонуємо пленером художників, які отримали завдання намалювати Прип'ять, якою вона була. І спільно з посадкою Троянд в Прип'яті зробити цю експозицію. До Дазву буде прохання зустріти їх з електрички. Ми відправимо їх в Славутича, всім необхідним забезпечимо, зустріти і привезти в Прип'ять, і потім повернути їх назад нам в Славутич. На совещании обсуждали детали подготовки, и в частности, к концу этой недели должен быть окончательно подготовлен эскиз медали. В работе по подготовке комнаты Припяти отдел культуры обращается к припятчанам с просьбой помочь в создании реальной комнаты 1986 года до аварии. Возможно, кто-то сможет временно передать в музей посуду, чайник, чашку тех времен, фотографии и книги. И еще одна просьба к жителям Припяти. Планируется посадить в Славутичи к памятной дате 200 роз. Припятчане, желающие принять в этом участие, должны сообщить об этом Климовой Лидии Владимировне, руководителю товарищества ветеранов ЧАЭС, по телефону 2-94-54 в рабочее время с 9 до 17.00 до 31 марта. Кроме того, напоминаем, что начиная с этого года предполагается всем славутичанам принять участие в новом проекте «Свеча памяти». Те, кто помнит об аварии на ЧАЭС и помнит о ликвидаторах аварии, предлагается зажечь свечу памяти 25 апреля в 23.00. Впрочем, в прошлом году это уже было сделано. Но, пожалуй, самой активной и энергичной частью совещания стал мастер-класс, подготовленный педагогами Дворца детей и молодежи Майей Багнюк и Натальей Круковец. Они принесли с собой заготовки и образцы белых роз. Колор, спираль. И она просто вырезается по кругу, потом она накручивается, и у нас получается вот такая троянда. Она проста, но очень динамична за счет листочка, который вот... Ну, он как... Вот энергия, движение здесь смотрится, да? И очень, если варно смотрится, если использовать как... Мальчик. Вот, как, ну, эмблему, которую мы именно вот, ну, на себя прикалываем, да? Также ее можно закрепить, а если нам надо ее вот как-то разместить. Есть вариант спираль, скажем, неровно, и більш схожа на бутон выходит, если вам видно, вот она такая как бутонистая, больше роза, ну такая не сильно объемная, не сильно заметна, да, она більш бутоном таким. Это розы, созданные в технике квілінг, а ще є розы, создані в техніці оригамі. Ну, дуже легко воно робиться, якщо з дітьми її робити. А ми хочемо, що якісь майстер-класи будуть проходити в нас з дітьми. І теж ось на паличку, якщо нам треба, і несемо наші білі розочки на шестві або ще куди-небудь, куди ми хочемо. І саме замечательне, що члени оргкомітету самі спробували зробити з бумаги ці рози. Планируется, что к 26 апреля будет изготовлено около 1000 роз. Причем дети, которые будут сами изготавливать эти розы, их сфотографируют и разместят у себя в соцсетях, напомнив, что этот цветок они посвящают 35-летию аварии на ЧАЭС.
Еще оргкомитет надеется, что уроки Чернобыля будут проведены не только в школах Славутича, но и как минимум в городах-спутниках атомных станций Украины. Методичку по проведению уроков уже готовит отдел образования и науки. Спорткомитет города предложил накануне памятной даты в субботу, 24 апреля, провести эстафету по городу общей продолжительностью 35 километров, предварительно разбив эстафету на 10 этапов. Да, и, безусловно, 17 апреля пройдет традиционный полумарафон памяти героев Чернобыля.